14 сентября губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подписал меморандум понимания в области обмена научно-техническими знаниями с главой южнокорейской провинции Кёнги. Шварценеггер встретился с губернатором провинции Ким Мун Су в городе Сувоне в 30 километрах южнее Сеула. Сегодня чудесный день. Мы здесь с торговой миссией. Мы привезли из Калифорнии многих ведущих бизнесменов, чтобы они могли наладить контакты со своими коллегами из Кореи и привлечь еще больше бизнес-проектов. Для США Южная Корея является важным экономическим партнером. Благодарю губернатора Шварценеггера за подписание совместного дружественного меморандума понимания с провинцией Кёнги. 15 сентября Шварценеггер выступит с речью о свободной торговле между США и Южной Кореей в Корейской торгово-промышленной палате. В ходе визита запланирована поездка на высокоскоростном поезде. Губернатор Калифорнии также посетит митинг военнослужащих США перед их отправкой на родину.